Всем привет, с вами Герс Никит, и сегодня я наконец-то начинаю проходить игру под названием Saints Row 4. Наконец-то я решился пройти для вас четвертую часть. Помню, недавно, в начале 2017 года, я проходил для вас третью часть. И вот, наконец-то, святые вернулись на мой канал. И, ребят, давайте на этом видео наберем 50 лайков, и тогда я пройду для вас эту игру полностью. Как вы можете заметить, выключил музыку в этой игре, потому что... В начале, когда там главные персонажи летели на вертолете, была кое-какая композиция, всем известная. Не помню точно, как она называется, но за нее мне могут отобрать авторские права и, соответственно, отобрать монетизацию. И могут заблокировать видео для просмотра на мобильных устройствах. Поэтому я решил отключить музыку на всякий случай. И хочу для вас начать это прохождение. Ребят, как вы уже поняли, 50 лайков, и мы продолжаем проходить эту игру. Итак, новая игра, уровень сложности нормальный. Но я не думаю, что Saints Row слишком трудный будет. Поэтому простой уровень сложности я выбирать не буду. Всем известно, что время от времени создается ситуация, которая не поддается объяснению. Так было и с вознесением святых с третьей улицы. Когда святые известили мир о своем существовании в 2006 году, их обвиняли в том, что они стремятся к власти. Люди были сбиты с толку, были ли святые бездушными убийцами-социопатами, несущими разрушения, или озорными мошенниками, стремившимися жить весело. Святым нужна была цель, и поэтому был выбран курс. Больше веселья, меньше безжалостных убийств. Этот простой выбор воскресил святых, а превратив их из опустошившейся уличной банды во всеми любимых идолов поп-культура. Но даже этого святым было мало. Поскольку одно дело считаться героем, и совсем другое быть им. Вот здесь, мой друг, и начинается наша история. Да, здесь должна быть компа... What the hell, я отключил! Блядь! Ладно. Будем надеяться, что меня видео не заблокируют. Босс, вы уверены, что это не подстава? Чё, я тебя не понимаю, придурок? Не понял, босс? Пошел нахуй, дебил. Я тебя не понимаю. Микрофон не работает, вы что, издеваетесь? Извините, я не проверил батарейки, так как организовывало международное покушение. Эй, а нельзя вернуться к вопросу, не поставил ли все это? Нет, это не подстава. Вы верите этой леди? Аша хороший человек, Олег знаком с ней еще со времен КГБ. А, она связана с КГБ, мне сразу полегчало. Послушай, мы с Бертом тоже работали с ней. Да-да-да, не сомневаюсь, что она прекрасно умеет упаковывать людей в мешки для трупов. Шоу начинается. Шоу must go on. Привет. Мы на 3 минуты отставим от графика, нужно поторопиться. Вы настоящая душа компании, да? Прошу прощения, это антитеррористическая операция или охота на святых? Меня зовут Шаунди. Аша Одекар, следуйте за мной. Ладно, включу тогда музыку, потому что это не помогло, ребят. Музыка все равно проиграла этой композиции, и будет пиздец. С авторскими правами, видимо. Мы на месте. Я не ожидал, что они такие деловые. Мы знаем, что стоит на кону. Не сомневаюсь. Послушайте, леди, этот ублюдок знает, что и зачем. Не беспокойтесь обо мне. Какая у них охрана? Мой техник отвел нам на все 10 минут. Если будем ездить быстро, нам придется... Сколько их там? Не знаю, сколько внутри, но по периметру ходит 8. По моему сигналу мы... О, черт. Нам нужно спешить. А чё, смотри, что за хуёв пришел. Я пытался перевести с арабского. Ни хрена себе. Прям Брюс Ли отдыхает, ёлпала. Давай, бери два пистолета, как у Макс Пейни, расстреливай этих пидорасов. Ладно, что-то я сегодня заматерился прям. Вживаюсь в роль святого, и это называется скрытностью. Не беспокойся об этом, милочка. Скрытность для нас не главное. Пошли сюда.
База, вы на связи? Что у нас впереди? Моих разведных указано. Стоп, грузовик. Прячемся. Миночку, твой человек это был Мэтт Миллер? Кинзи, будь паинькой. Но правда, какого черта? Мэтт Миллер прекрасный хакер. Тоже мой агент МИ-6 и важный участник нашей операции. Это что он пытался нас убить. Что было, то прошло. Мы теперь команда и у нас есть работа. Как я всегда говорю. Подожди, Мэтт, впереди охрана. Минуточку. Сейчас музыку включу. 55, наверное, пускай будет. Голос. Ну, оставлю на 70. Вот так. Следовать за Ашей. Держать позицию. Давай разберемся с ними по-тихому. Бай. Любовь Рунблюд завидовал. Мэтт, что ты говорил? Ядерная ракета спрятана где-то на территории. Скорее всего, она заправлена. Когда Сайрус и Темпл выкинули из США, он был в ярости. Но связаться с террористами? Серьезно? Камон, давай продвигаемся. Я хотел с двух ног. Давай, вводи там пин-код или что ты там хочешь ввести. Мы внутри, прикрывай. Иди в радиорубку. Ты где-то недалеко. Ладно, все, скрытые действия не удалось. Внимание, прошу внимания. Тихо, прослушаем. Ну привет, цветы. Черт, ненавижу это. Не принимай близко к сердцу. С чего бы это? Надо было убить вас еще в стилпорте. Или принять на свой счет. Из-за тебя стилпорт лежит в развалинах. Тьфу, начинается монолог. Наши лидеры позволили тебе жить и потеряли Америку. Пора уничтожить Вашингтон. Начать все сначала. Теперь меня ничего не остановит. Особенно ты. Сайрус окончательно спятил. Мэтт, Кинзи, что происходит? Черт, на... наш обстрелит здание. Эй, мы все еще здесь. Я сбрасываю бомбы. Сделаю, что смогу, но поторопись. Фу, черт, ребят. Ёлпал, что за хрень? А теперь куда? Не напрягайся, я этим займусь. Ядовитые пары какие-то тут они выпустили, газы. Сюда, народ. Эй, ты как там? Где там радиорубка? Кирс, иди со мной, вы двое в ту дверь. Посмотрим, что вы теперь будете делать, мистер знаменитость. Будем на связи. Сдерживай себя, черт. Я могу сдерживаться. Тебе удалось вплотную подобраться к ракетной шахте. Осторожно, Сайрус просто маньяк, когда речь идет об охране. Да я уж вижу. Никаких признаков цели, зато мы смотрим на склад взрывчатки и реактива. Правда, не вижу каких точно. Это взрывчатка и реактивы, дамочка. Что еще нужно знать? Йо, мы здесь. Цель впереди. Что у меня патроны бесконечные? Давай, надо восстановиться. Это что за танцульки? Я хотел присесть. Нельзя присесть, типа? Ну ладно. Так, в радиорубку срочно. Занять позицию. Давай. Чак Норрис отдыхает. Не шевелись, черт. О, slow motion. Спасибо, Call of Duty. Да, выбивай. Ах ты, блядь. Ты в порядке? На, нахер, мудила. Как тебя отхреначила наша... сексапильная шатеночка.
преследовать Сайруса. Вон он, быстрее, впереди его давай. Какой непослушный ребенок. На, придурок, блядь. Ты у меня получишь еще, говнюк. Давай, делай ему удушающий. Ну, давай, четвертый раз, ну. Не, не получилось. Отмудил, достал нож. Иди сюда, бандит. Блять, он воткнул. Тебе конец, святой, раз и навсегда. Сука, блядь. Ты бы не нож-то, ёлка-пала. Ты отсюда не выйдешь. Все, до свидания. Голубая лава. Терминатор. Отсылка. Черт, ядерная ракета. Прибыть к ракетной шахте. Ракета направлена на Вашингтон. Что ты делаешь? Не соображаешь? Босс жертвует собой, чтобы схватить всех нас. Это наш последний шанс попрощаться. Ты нож вытащи, блядь. Дебил. Я помню нашу первую встречу, я была просто хохотушкой с дредами. Но ты увидела во мне нечто большее. Мы иногда ругаемся, да, и методы твои, я понимаю, не всегда. Но если с кем идти в бой, так только с тобой. Ты сказал, Пирс, не хочешь ли ты стать представителем святых? А я, боже, как-нибудь тебя не хватать. Хорош, я еще не помер, ребят. Не время тут разыгрывать драму. Если бы я знал, что ты захочешь пожертвовать с собой ради спасения мира, я, наверное, не пытался бы тебя убить. Мы только что встретились, но ты мне, в общем, нравишься. Боеголовка обезврежена. Но ракета все еще в действии. Босс, ты прямо... Вот так вот. Тут должен быть Саня Невский. На превьюху его поставлю, наверное. Не знаю, может, не поставлю. Ноль 30 пройдено. Разблокирована народная любовь. Госпрезидента, советник. Еще раз советник. Ну камон, что дальше? О, настроить. Настроить персонаж, ну. Так, ребята. Ну, я в этот раз, наверное, не буду угорать на персонаже. Хотя подумаю. Давайте я, короче говоря, вернусь, когда создам уже персонажа. Непосредственно. Так, ну все, ребятки, я выбрал персонажа. Теперь мы можем начать. Не стал я прикалываться над внешностью персонажа. Сделал его таким брутальным мачо. 5 лет спустя. Это проблема, это не проблема. От тебя отвернулась часть Америки, от меня отвернулись чокнутые люди. Вы не можете устоять, верно? Господи, ты туда же. Это проблема, и я пытаюсь это объяснить, но президент не слушает. Бедность — это проблема. Апартеид — это проблема. Это только пара, это самый свежий рейтинг. Мы потеряли 20 пунктов. Мы можем вернуть. У них целых 20 пунктов. Я признаю, что это чуть больше, чем ожидал. Значит, ты согласна, что у вас будет проблема? Нет, это у тебя будет проблема. Ты директор службы... Вы можете обеспечить... Нет, черт возьми, тогда я полагаю, что мы в беде. Как можно убить этого скептика, но после того, в роли главаря банды это было забавнее. Нам нужно управлять страной, забава не входит в управление. Как только нужен асинтезатор, так его нету. Не успеваю читать за ним на самом деле. Но они быстро очень говорят. Все-таки английский. Ну же, Кит, выдай хорошие новости. Да, мистер президент. Вот такой брутальный мачо. Какой умник назначает пресс-конференцию в такую рань?
Так, сейчас у нас есть ресурсы протолкнуть один важный законопроект, но не оба сразу. Какой из них ты выберешь? Хочешь стать президентом, победившим рак, или президентом, победившим голод во всем мире? Слушай, камон. Излечить рак, накормить голодных, никто не уйдет голодным. Ну, от рака довольно много людей умирает, а от голода в основном в бедных странах. Ну, камон, не знаю. Давай рак излечим. Это такая проблема человечества, нужно ее излечить. Рак силен, но мы сильнее, хватит с нас. Хороший выбор. Да уж. Надеюсь, Кинзи держит собак на привязи. Вот он, брутальный матч со шрамом. А теперь послушайте, если вы думаете, что вы можете протолкнуть эту повестку за спиной Конгресса, то заблуждаетесь. Слушайте, позвольте, я расскажу вам о величайшем понятии политики. Затягивание. Давай, дадим в голове. Есть и другое слово. Ай, мой нос. Кажется, я разбил себе кулак о зубы этого сенатора. Мы с Олегом собираемся в Кэмп Дэвид. Посмотри что-нибудь про ночного клинка. Да ты как? Ну давай, поехали. И на этот раз оставь мне немного попкорна. Я ваш самый большой поклонник. Нихуя ты врезал, Олег. Молодец, Олег. Молодец, да, Олег, действительно. Слово президента вырвано из контекста. Кинзи, какой правильный контекст для вот этой цитаты? Я святой покровитель Америки. Возможно, нам следует подумать об изменении слова торжественной клятвы единой нации под моим правлением. Это сложный вопрос. Джейн. Мне кажется, у нас проблема. Ой, да и ты туда же. Сколько раз я, Аша и Миллер ждут вас в овальном кабинете. Если Ми-6 что-то понадобилось, они отправили бы это... Они сказали, что дома и никто не верит. Господи, что происходит? Они считают, что нас собираются напасть пришельцы. Я, пожалуй, пойду. Это серьезно. Знаете, что Кинзи говорит то же самое, когда вы стали воспринимать Кинзи всерьез? Когда это говорят люди, которые помогли нам спасти мир? Ладно, я забегу к ним после того, как разберусь с... Я упал, действительно пришельца. Я так и знала. Приветствую вас, люди. Дамы и господа, не время бояться, время праздновать. Сегодня самые лучшие способные из вас обретут свое спасение в империи Цзинь. Я здесь самая умная. Замечательно. Кинзи, нет! Ищите президента. Мне нравится ваш настрой, дорогая. Меня зовут Зиньяк. Рад с вами познакомиться. Не хотите со мной полетать? Отлично. Да что же это такое, а? У него еще такие глаза на выкате. Слезь с меня! Заебали, блять. А ну, отойдите. Мне нужно какое-нибудь оружие. Было сказано, что у нас должны быть пушки. Я сказал, через каждые 5 шагов. Вот ты где, слава богу, ты в порядке. Ты в порядке, где Мэтт? Наверху пытается понять, что происходит. Что происходит? Похоже, полным ходом идет волна. Война. Так, время для пушек. Я бегу к Мэтту, я с тобой еще свяжусь. Смотри в оба. А, классные пушки. Look at you. Ну давай вот эту пушку возьмем. Поехали. Давай сюда. Да ее упал, какого хрена? Черт возьми.
Они всех забирают. Дохни, неземная тварь. Дерьмо, что за херня тут творится? Нам нужны пушки. Пирс Бен, оторопиться. Черт, спасайся. Твоя мать, спасите меня. Блять, Пирс. Ханты вам, пришельцы. Скажите моей жене, что у меня была другая жена. Вот это заявление. Это было ради тебя. Я надаю этого уродливого ублюдка. Я ни о чем не жалею. Сопротивление принесет вам лишь новую боль. Ты уже сказал, чувак, все. Мы с Мэттом у Южной галереи, тебе стоит нам пройти. Где же ты, засранец? Уничтожайте моих людей? Да, я вас на куски порву. Аша, Мэтт, дьявол! Ого, вы наехали на этого, не на того президента, засранца. Стоп меня, сколько же вас тут? Бёрд вызывает Эрни. Активировать оборону Стилпорта. Займемся делом, моя прелесть. Давай ебанем этой огромной пушкой по этим пришельцам. По этому кораблю пришельцев. И мне жить. Все, уничтожь пришельцев. Где они? Давай, херач! Ешь, не обляпайся, засранец! Вы украли моих людей! Вы забрали мой кабинет! А теперь отсосите, ублюдки! Решили, что можете прийти трахнуть мою страну? Это за статую свободы! Это вам за дядю Сэма! Блять, их много. А это потому, что я так хочу. Все готово. Кто вы? Вы его взорвали. Витлингер. Сейчас мы это сделаем. За нахер. Ёлы-палы. Ёлы-палы, Линкер летит сюда. Че, падла, вылезай давай. Блять. Схватил меня. Почему вам, людям, так нравится прыгать? Убирайся с моего газона, ублюдок. Не рассчитывал на меня, да? Всем добрый день, добро пожаловать на борт. Я твою башку нахер размажу, блядь. Придурок. Да на, получай, пришельц говнюк, бля. И не таких уделывали. Ну, не так быстро. Да уж, здоровый хер. Ну, на этот счет у нас есть Олег. Олег! Давай, иди сюда, придурок. Сейчас мы размажем тебе бошку. Теперь попрощайся. Стой, что? Да, он телепорт использует. Ха-ха, ты правда думаешь, что остановишь меня? Черт. О, человеческая надменность. Есть ли что-нибудь чудеснее? Сучий потрох.
черт, я тебя... Что ты меня, а? Захвастаешь меня до смерти? Ого, я отлично повеселюсь, сломаю тебя. Да уж. Гребаный пришельца. Эй, что? Господи, приснится же такое. Так, давайте, ребятки, на этом закончим серию пока что. Все, всем спасибо за просмотр и всем пока.